Главным поставщиком новостей уже несколько недель является погода. В регионе объявлено штормовое предупреждение на ближайшие 3 дня. В первую очередь от этого страдают автомобилисты. Как дорожные службы и сотрудники ГИБДД предупреждают опасные ситуации на дорогах, узнавала Антонина Поздеева. Смотрите, аккуратнее погодные условия. Видите, какие у нас. Метель метет, гололед местами. Непростая обстановка на автодорогах сохраняется. Сотрудники ГИБДД проводят дорожный опрос на основных региональных трассах. Водители спрашивают о погодных условиях в районах края и предупреждают об ухудшении ситуации в дальнейшем. Временно ограничено движение для всех видов транспорта на автомобильных дорогах регионального значения. Это отрезки Алейск-Чирышская, Змеиногорск-Рубцовск и третий участок – это Поспелиха-Курья-Третьякова. Актуальную информацию о погоде и дорожных условиях получают с метеостанций на региональных и федеральных трассах. В нашем регионе на дорогах установлено 11 видеопостов. И сегодня каждый житель края может посмотреть данные с этих метеостанций. На сайте Алтай-Автодора данные метеостанции в открытом режиме, несмотря на запрос имени и пароля, позволяет путем нажатия «Принять», открывает метеостанции. Каждые 5 минут обновляется фотография текущей обстановки. Кроме картинки текущей обстановки, датчики распознают ветровые нагрузки, температуру воздуха и температуру дорожного покрытия. Указывают процент соли на дорогах, а также влажность воздуха и коэффициент сцепления. Таким образом, жители края могут оценить условия на трассе в любой момент времени и предупредить опасные дорожные ситуации для себя и своих близких. МЧС предупреждает о неблагоприятной дорожной обстановке на ближайшие дни. Поэтому водителям не стоит без особой необходимости выезжать за пределы города. Антонина Поздеева, Сергей Седых, новости.